Всероссийский конкурс «Видный джаз» в детской школе искусств города Видное проводится раз в два года. Его история началась еще в 2013-м. Нынешний год стал для конкурса юбилейным. Прошлый конкурс, он уже стал в статусе всероссийского. И вот это уже пятый конкурс. К сожалению, он в онлайне. Хотелось бы, конечно, очно, но даст Бог, придет время, да, и все это дело возродится по новой. С приветственной речью к конкурсантам обратились исполняющие обязанности начальника управления по делам молодежи, культуры и спорта Ольга Омарова и председатель жюри, российский джазовый тромбонист, композитор и аранжировщик Павел Овчинников. В этом году участие приняли 98 человек из 10 регионов Российской Федерации. Среди них как ученики школ искусств, так и студенты музыкальных колледжей и вузов. Нам будет интересно просмотреть вот эту линию, как развиваются юные музыканты от самого маленького возраста до уже, можно сказать, уже профессионального уровня. Члены жюри оценивали профессиональное владение инструментом, артистичность и присутствие элементов импровизации в выступлении. Ученик Видновской школы искусств Тимофей Гмызин получил самую высокую награду – гран-при. Всего в «Видном джазе» Ленинский городской округ представили 15 участников. Это и сольные исполнители, и целые оркестры. Пятеро конкурсантов стали лауреатами первой степени. Четыре ученика Видновской школы искусств – второй. Двое заняли третье место. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.